Девушка, добрый день. А можете подсказать по дутам, по топливу? Да. Скани, ЕО. Да, ЕО. Так, у вас правый показывает 450. Ага. По нулям. По нулям. Ну так и должно быть, все правильно. То есть у меня остаток 450 литров, да? Да, да, угу. Но общий 450. Понял, спасибо большое. Ну вот, ребята, 450 литров, да, получается. Сейчас посчитаем. Общий объем у нас тонна 100 минус 450. 650 литров должно войти. Ну, посмотрим, сколько войдет. И потом еще раз перезвоним. Поду там. Ну, я закажу, наверное, 700 до полного. Затрамбуем до полного. И потом перезвоним через полчасика. Посмотрим, что влезет, сколько влезет. Вот левый, значит, бак высасывает именно до нуля, когда сапун перекрыт. То есть у меня в правом баке сапун передавленный, он, соответственно, сначала выкачивает левый бак, потом начинает выкачивать второй бак. Ну вот, наверное, так и есть. 90% он мне показывает, значит, в правый бак влезет. Но туда вообще, наверное, сотка должна влезть. Если в левый бак 600 нам влезет, то в правый сотка должна влезть. Ну, посмотрим, короче. В общем, ждем, стоим в очереди, пока у нас очередь передо мной стоит. Леха. И Денис уже, получается, за мной. Что-то где-то он вроде впереди шел. А, он в это, во второй пристани, наверное, заезжал. Подошла наша очередь. Все, пойдем заправляться. Вот, короче, прям под горло 673 литра влезло. Заказали мы 700. То есть, трамбанул прям максимум и тот бак, и этот. Посмотрим. Фактически чек 600, где 673 литра вошло нам. 673 литра. Фактически забрали. Сейчас пойдем кофейку возьмем. Попьем кофе. Постоим 10 минут. И позвоним, получается, опять в Делка оператором, дежурному оператору. И спросим, сколько нам вошло по дутам. Пойдемте, вам покажу, насколько я полный залил. То есть вот левый бак вы видели. Покажу, что правый бак тоже полный. Свистки у меня выдернуты, то есть вот оба бака прям под завязочку. Так-то, конечно, в принципе, ну, правильно дуты показывают, я так понял, потому что
Ну вот, по 10 литров запас на каждый бак. Это из-за того, что свистки вырваны. Сейчас посмотрим, что у нас показывает вообще машина. Сколько литров мы истратили. Сейчас компьютер номер 2 обнулим. Литров. Вот, а нам влезло получается 670, да, литров. А 600, блин, забыл уже. 673 вошло. Вот на следующей заправке, да, 673. На следующей заправке, то есть я сейчас обнуляю, сегодня у нас дата, получается, 20.05, воскресенье, 26 июля. Ну вот, я так понимаю, уже будем заправляться после Култука, скорее всего, также до полного на Роснефти. С машиной у меня все в порядке. Вот мой расход, он показывает. Видите, 1.1, 1.2 прыгает. Ладно, короче, всем пока. Попозже позвоним сейчас. Сделка. Девушка, добрый день. Добрый. А можно узнать, сколько зашло топлива, остатки поду там с Кани? Все, спасибо большое. Все ставится. Там 139 общий объем. То есть из-за того, что свистки вырваны, входит больше. Идут и это видят. Зашло, получается, по навигации больше. Но это ни о чем не говорит. На каких-то заправках заходит больше, на каких-то меньше. Но вот сколько с парнями разговаривали, в основном Газпром, Роснефть заходит больше. А Татнефть, какой-нибудь там Омни, Таиф заходит меньше. Поэтому дуты, видимо, настроены в среднем. Давай, 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 давай. Настроены в среднем. Продолжайте путь 100 километров. До дома, да, нам 257 километров. На улице идет дождь. Вот, получается, вот у меня дуты, да, показывают правильно. То есть на Газпроме, если постоянно заливаться, то у вас будет плюс, то есть постоянно в плюсе вы будете. Даже если там программа что-то неправильно считает или еще что-то,
есть если вот на этой заправке, допустим, вообще постоянно заправляться, то у вас каждым 600 литров плюс 20 литров под дутом. А если вы будете постоянно заправляться на Татнефти или еще там на каких-то заправках, то есть вот я сейчас в эту вахту, если даже поеду, допустим, на запад или на восток, то есть я сейчас буду каждую заправку, сейчас мы, получается, будем проверять, во-первых, что нам показывает машина, насколько она врет или нет. То есть я компьютер номер 2 обнулил. На следующую заправку мы приедем, посмотрим, сколько будет писать, показывать компьютер и сколько нам влезет в реале. И сколько покажут дуты. Вот. То есть все вот эти цифры будем сопоставлять. Сейчас получается, машина мне показывала, что 638 мне влезет. Мне влезло 673. Но я правый бак вообще не открывал. То есть я вот как от Дима получил машину, принял. Так, соответственно, левый бак я заливал под горло, да. То есть где-то в Нижнеудинске, по-моему, я заправлялся последний раз. Вот. И, соответственно, правый бак я даже не открывал пробку. Может быть, он был, допустим, ну, нет, не до конца закачанный. Сейчас я закачал прям вообще максимально, максимально закачал. Поэтому проверим, посмотрим, что нам показывает машина. От заправки до заправки высчитаем средний расход, врет ли нам машина или нет, и от этого будем отталкиваться. Если будут спорные вопросы по поводу пережогов там или экономии, потому что вот много кто, парни, ну без обид как бы, да, но вы свои расходы не считаете, то есть вы не записываете каждый литр, каждый рейс. Вот я сейчас в эту вахту записываю, то есть конкретно вот я принял машину, у меня остаток такой-то по путевке. Там, допустим, рейс выполнил, вот я пишу, расходовано топливо, вот сколько машина пишет, столько-то, тоннаж такой-то, и по норме сколько я должен расходовать. То есть как бы у меня два столбца, две таблицы. Одни, получается, одна таблица, один столбец, это фактические данные, которые мне предоставляет машина. Второй столбец — это данные, получается, по норме именно, то есть сколько я списываю, сколько должны списать с моей машины от тоннажа, который я указываю логисту. Поэтому если вы как бы хотите идти и доказывать свою правоту, что у вас, допустим, пережог там или не пережог, я с ними не согласен, вам нужны цифры. А если вы так в уме считаете, ай, вот, допустим, посмотрели, ага, вложился там, о, на литр сэкономил. Потом в следующий раз, то есть чисто в уме, оно все как бы мешается, перепутается, и получается, что по итогам месяца, ну, сложно как бы проанализировать данные в уме. А когда у тебя это все записано, каждый шаг, как говорится, тогда ты в конце месяца уже все подобьешь. То есть мы, получается, 30-го или там 31-го, сколько в этом месяце дней? 30-31. Короче, в конце месяца мы все подытожим и посмотрим, посчитаем по нашим данным, сколько у нас там, ну, экономии либо пережога. Машина, короче, вкладывается. Смотрите, я прошел 541 километр, у меня вес получается 21 тонна. То есть вот сейчас мы заправили полные баки, у меня на седле показывает 9,7. Ну и дождь пошел как бы. Это тоже влияет, я вам говорю. Я зимой заезжал на мойку в Омске, а до этого от Новосиба шел. И такая погода прям,
Ну, на машине, то есть лед, все, снег, все замерзало, вот прям жесть. У меня вес уменьшился после мойки на 400 килограмм. 400 килограмм я льда привез на мойку. Представляете? Поэтому сейчас у нас как бы дождя, влаги на машине тоже скопилось. Поэтому вот плюс-минус как бы цифры такие. Вот, и получается расход у нас получился, так, 543, чтобы не пиздоболить. Вот, обдурил я, получается, 25.07. Средняя скорость 53 км в час. Расход 37. То есть за 550 километров расход 37. Норма у нас 31, там что-то 0,02, что ли. Ну, если там быть честным, да, если прям конкретно посчитать не 30, не 21 тонну, а 20800, у меня получилось 30 литров. Сейчас прикинем. Логисту-то я отписался, что 21, ну, как бы, 200 килограмм. Панацея. Вчера я звонил, вопрос был у меня по поводу того, что так, 21 тонна умножаем 0,35 равно 7 литров 350 грамм. Умножаем, ой, нет, прибавляем 23,85. Это наша норма. 31,2. Вот моя норма по этому рейсу. Ну и получается, за Якутию нам должны добавить 400 литров. Блокпост. Ну им нафиг не нужно. Дождь, блин, стоят на улице. Работка, работенка. Вот, 168. Вот, 168 литров мы на данный момент истратили топлива. 10 часов 20 минут. Так, чем в жару. Ну, конечно, в дождь расход увеличивается всегда, но в общем у нас, скорее всего, был вес вот этого леса больше, чем было заявлено от грузоотправителя, и машины наши показывают некорректно. То есть у меня 9 копейками было на ведущей оси и 23 с копейками было на задней тележке. И он мне показывал, что у меня вес 23 тонны. Ну, с учетом уже 10%, которые он берет. То есть у меня он показывал 21 там с копейками. Поэтому у меня 23 с копейками было. Соответственно, я логисту отправил 23 тоннаж. Ну, не знаю. Видимо, было ножа побольше, потому что не получалось сложиться. Ну и вот с этим фильтром там туда-сюда проблемы эти были. Геморрой. Сейчас вроде как бы устаканилось. Вот. Посмотрим, что дальше. Как бы сейчас вроде машина едет. С двадцаткой. Стандартно хожу. Уже как бы понимаю. Ладно, ребята, всем, короче, пока. Удачи.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал.